Всекузбасский фестиваль-конкурс патриотической песни «Песни за Родину» уже стал одним из главных культурных событий 2023 года. Как подчеркивает губернатор Сергей Цивилев, это прежде всего огромный вклад в сохранение памяти о тех, кто в годы Великой Отечественной войны подарил нам мирное небо. Душевные, искренние, пропитанные чувством любви к своему дому, своей земле, России, произведения никого не оставляют равнодушным. Всего в территориях Кузбасса прошли 145 отборочных туров муниципального этапа. Среди участников – сотрудники предприятий, общественники, представители правоохранительных органов, социальные работники, творческие коллективы учреждений культуры, сферы образования, солисты и ветераны. На днях итоговые выступления прошли в Тайге, Таштаголе, Осинниках. Песни за Родину с удовольствием исполнили и ленинск-кузнечане, воспитанники детских садов и реабилитационного центра, учащиеся школы гимназий, профессиональные и любительские творческие коллективы. Всего более 500 человек, и 47 из них стали лауреатами муниципального этапа. До конца июля во всех территориях определят победителей муниципального этапа, а в августе лучших исполнителей выберут не только члены жюри, но и жители Кузбасса путем онлайн-голосования. Финалисты выступят в сентябре на гала-концерте в Кемерове. Кстати, увидеть вокальные выступления участников конкурса можно уже сегодня на официальной странице фестиваля патриотической песни «Песни за Родину» ВКонтакте.